предложение только сегодняшнего дня. Это браслет. Браслет, который называется «Кошачий глаз». Вообще магнит – это один из земных компонентов, который улучшает общее здоровье. Благодаря именно магниту происходит постепенное исцеление многих хронических заболеваний. А сегодня у нас еще не просто иммунитет, но и здоровье. Только посмотрите на эту красоту. «Кошачий глаз» – браслет, сделанный из 18-каратного золота 750-й пробы, инкрустирован камнем «Кошачий глаз». И это абсолютный бестселлер нашего телеканала. Последний раз он был в эфире 2 мая, а за все время было продано более 3000 таких браслетов. При этом не прекращающиеся телефонные звонки, заявки, когда еще будет браслет «Кошачий глаз» с магнитами. И вот сегодня у нас впервые цена снижена, ведь только сегодня вы получаете уникальную цену 1299 рублей за браслет. Добавьте любое другое предложение дня и получайте подарок. Это крем с муцином улитки. Представляет главный товар дня эксперт телеканала «Шопеншоу», врач, главный врач многопрофильной клиники в Москве, наша любимая Ольга Попова. Олечка, расскажи, пожалуйста, как сегодня с помощью красоты мы будем еще и поправлять свое здоровье? О, с удовольствием расскажу, потому что этот браслет, посмотрите, имеет две магнитные вставки. Причем это не просто магниты, это неодимовые магниты, которые являются очень сильными и поэтому гораздо реже размагничиваются и дарят здоровье нашему организму. Но мне, конечно, очень нравится, насколько красивый этот браслет. Вот они, магнитики, вот они, посмотрите, пожалуйста. Браслет у нас безразмерный, мои дорогие девочки, смотрите, на любую ручку этот браслет растягивается, даже на самую полную ручку браслет подойдет. И посмотрите, какая красота, шикарный кошачий глаз, он просто затмевает сверкание, посмотрите, пожалуйста, он просто чарует. И когда вот эти вот магнитики будут прикасаться к вашему запястью, вот здесь у меня, посмотрите, тоже магнитики, мы получаем заряд положительной энергии. Посмотрите, пожалуйста, какая красота. Но самое главное, что смотри, Оля, у нас еще есть три модификации. Вот у тебя в руках сейчас браслет, инкрустированный синим и зеленым камнем кошачий глаз. У нас есть еще и крупный черный кошачий глаз. И у нас есть еще зеленый. То есть у нас модификация синий, зеленый и коричневый. Три модификации на выбор. Выбирайте свой браслет. Это красота, которая поддержит ваше здоровье. Это магнитный браслет. И сегодня именно этот браслет, сделанный из 18-каратного золота 750-й пробой, который подчеркнет ваш стиль, вашу красоту, ваш статус. Но при этом, как только вы начнете его носить, вы еще и будете поправлять свое здоровье. Мне кажется, эти браслеты очень крупные, они красивые, их видно на руке. Сколько, Оля, сантиметров? Итак, посмотрите, пожалуйста, в самой широкой части. Сейчас я вам померяю. Так, 40 да, почти, практически, да, посмотрите, практически 35 миллиметров. Посмотрите, это браслет с зеленой вставочкой. А теперь я вам хочу показать вот этот браслет, который мне тоже очень нравится. Особенно он подойдет девушкам с крупной ручкой. Коричневая здесь вставочка, красивый кошачий глаз. И давайте посмотрим. Здесь у нас шире. Здесь у нас практически 48 миллиметров ширина. Посмотрите, какой изящный, красивый браслет. И вот они, магниты, неодимовые магниты, которые укрепляют наш иммунитет, которые помогают справиться со стрессом. Вот они, магнитики. Вот, давайте я вам сейчас покажу, где эти магниты. Кстати, магнит здесь необычный. Это неодимовый магнит, который является очень сильным. Он в 10 раз сильнее, чем обычный металлические магниты. Он долгое время не размагничивается. Представляете, такой магнит может удерживать даже до тысячи килограммов веса, если используется в промышленности. Но самое главное, какая польза этого магнита для нашего организма? Потому что магнитотерапия была известна уже с древних времен. И тогда, и сейчас наука доказала, что магнитное поле, которое воздействует на наш человеческий организм, помогает укреплению иммунитета, благотворно влияет на зрение, дыхание и пищеварительный тракт, укрепляет сосуды, а также вот это из древности использовали такие значения магнита, как отводит беду, защищает от порчи из глаза, улучшает интуицию, даже, представляете, раскрывает наши таланты. Но самое главное, мои дорогие, что сейчас у нас есть уже доказанные научные факты, что магнитотерапия помогает. И врачи-физиотерапевты, и даже в моем медицинском центре у нас есть аппарат магнитолечения, магнитотерапии. Но сегодня уже не нужно ехать в медцентр и получать эту процедуру, когда у нас есть
есть вот такие чудесные магниты. Ну, они конечно. И красивые, Оля, да, и ты полезные. Знаешь, у меня мама, да? Сама работала именно врачом, медсестрой, вернее, именно физиотерапевтического кабинета, и она, конечно, проводила такие процедуры. Но сегодня действительно, вот можно надеть браслет, быть красивой, быть стильной, быть модной, но при этом еще и получать здоровье. Красота и здоровье сегодня вместе с нашим главным товаром дня. Это браслет «Кошачий глаз». Три модификации на выбор. Коричневый и синий у нас выбиваются в лидеры, они могут закончиться в любую минуту. Есть еще зеленый, и это 18-каратное золото, 750-й пробы и потрясающий камень, который ловит лучик света и следует за ним. Это очень красиво, это магнетически притягивает сразу всех, тем более камень у нас еще и обладает особыми мистическими свойствами, как утверждают литотерапевты. Выбирайте свой браслет, звоните прямо сейчас. Цена снижена только на один день. 1299 рублей. Плюс, забирая главный товар дня и любое предложение из нашего прямого эфира, вы получаете подарок. Это потрясающий крем с муцином улитки, который вы получаете абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас, делайте первые заказы на шоп-н-шоу и именно сейчас присоединяйтесь к нашему прямому эфиру. Но мне вот интересно, почему нужно всегда носить неодимовые магниты и как они помогают нашему здоровью? Почему именно сейчас нам нужно поправлять свое здоровье с неодимовыми магнитами? Итак, Леночка, у неодимового магнита огромное количество полезных свойств, но одно из самых главных, как я считаю, это влияние на реологические свойства крови, то есть на то, как двигаются наши форменные элементы крови. А самый главный из них – это эритроциты, которые приносят кислород каждой клетке нашего организма, которые питают и, конечно же, кровоснабжают и снабжают питательными веществами. Но когда эритроциты теряют свой отрицательный заряд, они склеиваются между собой и образуют так называемые эритроцитарные столбики. Это происходит именно тогда, когда нет магнитного поля. Но как только мы даем то самое магнитное поле, молекулы получают свой получают заряд, и поэтому кровь наша двигается быстрее. Да, выбирайте для себя, потому что браслеты отливаются на российском заводе, магниты добываются в экологически чистых земельных породах. Получайте свою красоту и здоровье прямо сейчас. С телеканалом Шоп-н-Шоу выбирайте главный товар только сегодняшнего дня.